Смоленская земля богата талантами и масштабными личностями. Композитор Глинка, писатель Твардовский, путешественник Пржевальский, адмирал Нахимов, космонавт Юрий Гагарин. Именных музеев хватает, но в моем распоряжении только 2 часа, и я решила потратить их на Талашкино, знаменитое имение княгини Тенишевой. Большинству из вас имя княгини Тенишевой ни о чем не говорит. Но в конце 19 века ее знала вся Россия. Меценатка, крупный общественный деятель. Она открывала музеи, училища, библиотеки и картинные галереи. В том числе на ее средства велись раскопки в Гнездове. Но главный ее проект – Талашкино. Маленькая деревня, которая за несколько лет превратилась в уникальный духовно-культурный центр своего времени. Сегодня это место называется историко-архитектурный комплекс «Теремок». Из Смоленска туда ходит лишь один автобус. Остальные высадят вас раньше и минут 20 придется идти пешком. Если поедете на машине, ставьте конечный пункт не Талашкино, а поселок Флёново. Талашкино в 1893 году было куплено княгиней Марией Клавдиной Тенишевой на деньги супруга князя Вячеслава Николаевича. Они докупили буквально спустя 2 месяца вот этот хутор Флёново специально для того, чтобы создать свою систему образования, позволявшую сделать самое главное – воспитать хозяина на земле. Мария Клавдиевна так и говорила. «Для меня мое Флёново было прообразом будущей России». На момент покупки княгини Тенишевой этого имения здесь уже был развитый сельскохозяйственный центр. Небольшие заводики, налаженное производство, школа для крестьянских детей. Таких продвинутых деревень в России были единицы, поэтому о ней знали далеко за пределами страны. Но Тенишева пошла еще дальше. Всего за 2 года она превратила это место в настоящий храм искусства, где народная художественная культура получила второе рождение. Мы с вами сейчас находимся в фойе школы низшего разряда для сиротских и крестьянских детей. То есть специально для тех детишек, у которых не просто шанс получить какие-то знания, у многих не было шанса выжить. Здесь бережно воссоздана обстановка школьного класса конца 19 столетия. За партами можно сидеть и даже пробовать силы на уроке чистописания или арифметики. Тенишева организовала во Флёново музей, библиотеку и театр, куда мог прийти любой желающий, а также несколько творческих мастерских. Ребята учились рисовать, вышивать, вырезать по дереву, работать с керамикой и эмалью. Но самое удивительное, что помогали им в этом выдающиеся деятели искусства того времени. Рерих, Врубель, Малютин, Грабарь, Селецкий, Билибин, Бенуа, Коровин. Они приезжали сюда, они приезжали сюда со своими идеями, со своими эскизами. Во Флёново действительно создавались настоящие шедевры. К сожалению, до нас дошла лишь малая часть из них. Но и то, что удалось сохранить, впечатляет. При школе организовался оркестр народных инструментов. Причем, обратите внимание, ребятам... Ой, а они все на балалайках. Да, художники расписали детям балалайки, вот этот оркестр расписной, авторами которого стали Врубель, Малютин, Головин, Коровин, конечно же, Тенишева. Они произвели фурор на Парижской выставке. На Всемирной выставке 1900 года русский павильон был самым большим и первым по красоте и техническому воплощению. С той выставки Россия увезла больше 1500 различных наград, а за расписными балалайками началась настоящая охота. Музеи и частные коллекционеры из разных стран хотели заполучить все до единого инструменты удивительного оркестра, но Тенишева оставила в любимом Флёново. К сожалению, со временем большинство инструментов пришло в негодность. Осталось лишь несколько экземпляров, и самые ценные находятся здесь. С приездом Сергея Васильевича Малютина здесь формируется собственное направление в прикладном искусстве. И, конечно же, вот это архитектурное наследие. Сергей Васильевич Малютин очень любил легенды, былины, сказки, предания. Но в его работах и проскакивали и восточные сюжеты. И даже вот посмотрите на наш терем. В центре композиции его любимая жар-птица. И конек-горбунок-то. А вот вдруг раз внизу, да? И дракончики. А в этом тереме кто-то жил? И Тенишева открыла там библиотеку и читальный зал для учеников школы. Если бы я была ребенком, я бы в такую библиотеку просто бежала. Бегом бы бежала. Да. В Малютинском тереме сейчас идет реставрация. Попрощавшись с экскурсоводом, я поспешила подняться на холм, где находится главная гордость этого музейного комплекса – храм Святого Духа. Этот проект – результат совместных усилий Малютина и Тенишевой, а мозаика на входе – работа самого Рериха.
Ну что ж, в этом удивительном месте я и закончу свое путешествие по Смоленщине. Я, конечно, ожидала, что оно получится ярким, но не настолько. И это я еще далеко от города не отъезжала. Сложно сказать, где мне понравилось больше. Да везде. И Смоленская крепость, и Гнездово, и этот сказочный теремок однозначно стоят того, чтобы встать с дивана, купить билет до Смоленска, приехать сюда и сказать: «Вот это да! Я это сделала, теперь ваша очередь». Вот таким был мой очередной круиз, и теперь этот маршрут у меня под контролем.